руководителем Академии кадрового резерва. Это учебное учреждение, которое профессионально занимается обучением в сфере государственных закупок, в сфере кадрового учета, бухгалтерского, бюджетного учета и коммерческого учета. Также с недавних пор у нас появилось новое направление. Мы являемся обучающим центром по программе в ГИС «Меркурий». То есть обучаем хозяйствующие субъекты, обучаем, соответственно, врачей-ветеринаров работать в новой системе, которая появилась, в общем-то, относительно недавно, с 1 июля 2018 года она вступает в силу и начинает работать. В сфере госзаказа мы достаточно давно, уже порядка 5 лет, обучаем ежегодно около 1000 контрактных управляющих, то есть проводим как очное обучение с выездами, так и дистанционное обучение, проводим семинары, конференции многочисленные, веб-конференции в том числе. Ну, со своей стороны стараемся придерживаться прежде всего практического подхода, то есть как можно меньше давать теории и как можно более подробно разбирать практические моменты, чтобы людям было понятно, как поступить в той или иной ситуации. Знаете, что у нас закон, ну, непростой, 44-й федеральный закон, и, соответственно, очень много моментов возникает спорных, когда контрактный управляющий в той или иной ситуации не знает, как поступить. Поэтому мы стараемся выработать четкие алгоритмы и, соответственно, дать эти четкие алгоритмы контрактникам, чтобы они в своих учреждениях, ну, их внедрили и, возможно, в каких-то ситуациях избежали привлечения к административной ответственности. Вот это, наверное, основная задача. Четкие алгоритмы для контрактных управляющих.